Привет всем, друзья! В этом видео покажу и расскажу, как сделать своими руками из пластиковых бутылок ветряк, отпугиватель кротов и птиц. За основу самоделки взял 6 пластиковых 2-литровых бутылок. Этикетки с бутылок надо снять. На 5 бутылках маркером нужно нарисовать, как показано на видео. Это в будущем будут лопасти. По нарисованным линиям вырезать. Низ бутылки по кругу маркером очертить. По очерченной линии вырезать. Центр дна бутылки просверлить. С лопастей все крышки открутить. Вокруг верхней части бутылки отрезанной расставить крышки с одинаковым интервалом друг от друга. По крышкам сбоку бутылки маркером поставить метки. На метку установить крышку и маркером ее обвести. То же самое сделать с остальными метками. Чуть меньшего диаметра нарисованные кружочки вырезать. Вырезанные отверстия установить лопастя, как показано на видео, в одном направлении друг за другом. На горлышке накрутить крышки. Таким образом надежно будут лопастя закреплены.
дно бутылки вставить в ветряк. Просверленное дно бутылки вставить толстую проволоку или арматуру. Ветряк воткнуть в землю. И уже при ветре самоделка начала свою работу. Интенсивное вращение, которое отпугивает непрошенных птиц. Создаваемый шум, передаваемый по проволоке в землю, дает сигнал кротам покинуть участок. И вообще, я сказал бы, это очень оригинально и красиво. Кому такая хитрость идеи для самоделки была интересна и полезна, оцените лайком, не забудьте подписаться. Всем удачи, пока!